of God. Khuda ka jalal phir kya hai? Number one. Pehli baat. Что такое слава Божья? Первое. Это полнота откровения о неотъемлемых отличительных характеристиках Бога. Второе. Это атмосфера небес, того места, где живет Бог. Другими словами, там, где Бог, там есть атмосфера. Эта атмосфера есть на небесах. И эта атмосфера сходит на то место, где мы находимся. И тогда слава Божья сходит на это место, где мы собраны. И я молюсь о том, чтобы сегодня атмосфера небес была высвобождена среди нас. И если бы я нашел человека, больного, раком, и смог бы его забросить на небеса, в то место, где живет Бог, как долго рак еще оставался бы в его теле? Рак просто не сможет там пребывать. Он просто исчезнет. Что произойдет, если я возьму парализованного человека и заброшу его на небеса, в то место, где пребывает Бог? Сколько потребуется времени на то, чтобы паралич исчез? Паралич даже не сможет войти на небеса. Он исчезнет еще до того, как этот человек попадет в атмосферу небес. Хотя мы не можем забрасывать людей на небеса, этого мы не можем делать. Однако вот что мы можем сделать. Атмосфера небес может сойти на то место, где мы находимся. И когда она сходит на это место, где мы собраны, мы получаем те же результаты. Слепые глаза открываются. Глухие уши начинают слышать. Рак умирает. Хромые начинают ходить. Наши служения меняются. Храм в Израиле был центром процветания Израиля, потому что там находилось Божье присутствие, потому что слава Божья пребывала в этом храме. Их благополучие зависело от Божьего присутствия. Но когда Иисус умер, что-то произошло в тот момент, когда завеса в храме разодралась на две части, и Божье присутствие вышло из храма. Библия говорит, что земля поколебалась. Божье присутствие оказалось слишком сильным для земли, поэтому земля начала колебаться. Второе. Неподалеку находились скалы. Они тоже не могли устоять от Божьего присутствия. И они открылись. Рядом находились гробницы, и они тоже не могли устоять от Божьего присутствия. И эти гробницы тоже открылись. В гробницах находились остатки умерших людей. Но Божья слава содержит настолько насыщенную концентрацию жизни, что мертвые в гробницах тоже ожили. Они воскресли из мертвых. Вы понимаете, сколько силы содержит в себе Божье присутствие? Однако вопрос заключается в следующем. После этого великого марша, великого марша присутствия Бога,
которая вышла из храма. И вот в чем вопрос. Куда она пошла? Она вышла из храма. Там находилось присутствие Бога. Затем оно вышло из храма. Где же оно сейчас? 2 Коринфянам 6 глава, стих 15 и 16. 2 Коринфянам 6 глава, стих 15 и 16. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы — храм Бога Живого. Как сказал Бог, «Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Данное уравнение решено. Мы обнаружили, где находится Божье присутствие. Мы нашли решение наших проблем. Библия говорит, «Ибо вы — храм Бога Живого». Когда Бог вышел из храма в Израиле, куда же Он пошел? Он вошел в мое сердце. Он вошел в мою жизнь. Теперь Божье присутствие пребывает в вас. Вы — храм живого Бога. Знаете, что говорит Библия? Павел писал послание к христианам в Ефесе. И в первой главе, в 17 стихе, Павел пишет ефесянам следующее, и он говорит в 17 стихе, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения по знанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Бог высвободил Его силу в нас, верующих. Безмерное величие могущества Его силы находится в нас, верующих. Что же за сила находится в нас? Это та сила, которую Бог использует для выполнения Своей работы. Как я могу об этом знать? Библия говорит,
что Бог воздействовал этой же силой, когда воскрешал Христа. Та сила, которую Бог использовал для воскрешения Христа из мертвых, это та же сила, которая находится в вас, верующих. Когда Бог действует, Он использует свою силу, и Он дал вам и мне эту чудодейственную силу. И таким образом, когда мы идем проповедовать Его Слово, Его сила поддерживает нас вместе с чудесами и знамениями, которые сопровождают нас при этом. В нас сосредоточена великая сила. Это сила Бога. Она пребывает в вас. Слава Богу, слава Богу. Сейчас я перехожу к завершающей части своей проповеди. Буду закругляться. Я хочу, чтобы вы были голодны по Богу. Важно следующее. Я хочу иметь славу Божью. Я хочу Божьего присутствия. Я хочу иметь Божье помазание. Я хочу иметь Его силу в своей жизни. Сейчас я хочу показать вам одного человека в Библии, который смог получить славу Божью и присутствие Божье, и ее жизнь изменилась. Бог изменил ее жизнь навсегда. Библия рассказывает о женщине, по имени Анна. Ее мужа звали Елкана. В первой книге царств, в первой главе, во втором стихе, говорится о том, что у Елканы было две жены. Одну жену звали Анна, другую жену звали Фенана. У Фенаны были дети, а у Анны же не было детей. Анна является прототипом церкви, которая вышла замуж, но когда же пришло время родить детей, оказалось, что у нее не рождаются дети. Мы призваны Богом. Мы помазаны Богом, но не видим результата. Нет плода. Когда слава Божья приходит, она изменяет ваше служение, и вы становитесь плодоносными. Именно это Бог и желает совершить. Библия говорит в третьем стихе, «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертвы Господу». Каждый год он ходил, чтобы поклоняться Господу, и приносил ему жертву. Однако в жизни Анны ничего не менялось. В этом-то и заключается синдром церкви в 21-м столетии. Люди приходят в церковь, они поклоняются Богу, приносят жертвы, но их жизни не меняются. В церкви не происходит изменений, потому что мы действуем по формулам, но не имеем ни Божьей славы, ни Его присутствия. Когда вы приходите в то место, где находится Бог, ваша жизнь должна измениться. Когда Анна приходила в храм, Библия говорит в шестом стихе, соперница ее сильно огорчала ее,
побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господен, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Анна приходила в храм и каждый год плакала, рыдала, была огорчена своей соперницей. Они были замужем за одним мужем, но соперничали. Она плакала. Это была саможалость. Саможалость парализует вас. Саможалость перекроет поток Божьей славы в вашей жизни. Анна находилась в депрессии. Она плакала, отказывалась кушать, жалела себя. Сама жалость ничего не изменила. Анна и далее оставалась бесплодной. Нет детей. Нет перемен. Сама жалость от дьявола. Анна плакала внутри от саможалости, но это ничего не изменило. Поэтому она приняла решение. Мы читаем с 9 по 16 стихи. Первая книга Царств. Я не буду читать, лишь прокомментирую. Анна поднялась. Священник Илий сидел у входа в храм. Анна вошла в храм и начала молиться Господу. Она сказала: «Господи, если ты дашь мне сына, то я отдам его тебе на все дни его жизни». Анна взяла ответственность. Ваша жизнь изменится, если вы возьмете ответственность. Вот тогда перемены начнут происходить. Она обратилась к Богу. Не ее муж, но Анна лично начала разговор с Богом. Она очень стратегически подошла к молитве. Она поговорила с Богом стратегически. Анна сказала Богу: «Я отдам тебе сына, и он будет Божьим пророком». Богу это понравилось. Илий, священник, благословил Анну. И когда Илий благословил Анну, она вернулась домой, и Бог коснулся ее и дал ей сына, которого назвали Самуил. Если вы хотите иметь славу Божью в своей жизни, тогда возьмите ответственность. Анна получила сына и отдала его. Это нелегко. Матери понимают, о чем я говорю. Получив первого сына, она отдает его в храм на служение. Она видится со своим сыном лишь один раз в год. Это большая жертва. Но именно это и требуется. Если мы желаем увидеть славу Божью, Анна была даятелем. Затем однажды,
Когда Анна отдала Богу Самуила на служение в храм, Библия говорит, что Илий священник благословил Анну и Елкану, чтобы Бог благословил их детьми. И в результате Библия говорит, что Анна родила еще много других детей. Об этом сказано в первой книге Царств, 2 глава, 21 стих. «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще троих сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа». Анна была бесплодна, не имела детей. Она плакала много лет, пока однажды она не осознала, что ей нужно взять ответственность за свою ситуацию. Анна получила благословение священника Илия и вернулась домой. Библия говорит, что в результате у нее было шестеро детей, три сына и две дочери, и еще Самуил. Шестеро детей. Она начинала с нуля. Как это произошло? В 21 стихе, который мы прочитали, написано: «И посетил Господь Анну». «И посетил Господь Анну». Что написано в переводе Библии на языке урду? В 21 стихе. Первая книга Царств. Что это обозначает? В переводе Библии на язык урду сказано, что Бог оказал благосклонность Анне. В английском переводе написано, что Бог посетил ее. Если мы соединим эти оба понятия, мы приходим к тому, что Бог посетил Анну со Своей благосклонностью, Своим присутствием, Своей славой. И тогда она смогла зачать детей и делать то, чего не могла делать ранее. Я прошу Тебя, Небесный Отец, точно так, как Ты посетил Анну, со Своей милостью, со Своей славой, со Своей силой, мы просим Тебя, посети нас сегодня, прикоснись к нам Своей славой, исцели нас и наполни нас Своим присутствием, Своей силой. Мы просим Тебя, пусть Твое Царство придет, пусть Твоя воля будет исполнена в наших жизнях, как на небе. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам атмосферу небес на этом месте, сегодня, во имя Иисуса. Спасибо Иисусу. Давайте все вместе скажем «Спасибо, Иисус!» Давайте все вместе скажем «Спасибо, Иисус!» Давайте скажем громче «Спасибо, Иисус!» Мы благодарим Тебя, Господь. Ранами Твоими мы исцелены.
и мы принимаем наше исцеление во имя Иисуса. Где бы вы ни находились, начинайте делать то, что вы не могли делать раньше. Точно так, как делает этот человек, который толкает свою инвалидную коляску. Он толкает свою инвалидную коляску. Где бы вы ни находились, делайте то, что вы не могли делать раньше. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Расскажите нам, какая была у вас проблема. В течение последних 3 лет у него был сломан позвоночник. Спасибо, Господь Иисус. Он не ходил 3 года. Аллилуйя! У вас была эта проблема в течение 3 лет? В какой части тела была проблема, в левой или правой? Это была ваша коляска? В левой части тела. Хорошо. Отец, во имя Иисуса, я молюсь о полном исцелении. Полное исцеление. Во имя Иисуса. Спасибо, Иисус. Теперь давайте вместе пройдемся. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. В течение 3 лет он не мог двигать ногой. Сейчас он делает это первый раз за 3 года. Раньше он передвигался на этой инвалидной коляске. Сейчас его нога укрепилась. Давайте воскликнем «Аллилуйя!» Спасибо, Иисус! «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Это повеление Иисуса Христа пастор Генри Мадава принял как личное поручение. Поэтому международное служение «Христос для всех городов», президентом которого является пастор Генри, ежегодно проводит несколько масштабных служений в странах Азии, Африки и Европы. На каждом служении в любой стране мира Бог являет свою силу. Вы 40 лет не слышали на левом ухе. Вообще. Я слышу. Скажите, я люблю Иисуса? Я люблю Иисуса. Ему 5 лет. Он никогда не говорил. И сегодня он может говорить. Здесь была опухоль. Как вы можете сейчас видеть, оно абсолютно чисто. Слава Богу! Скажите «Аллилуйя!» Она была глухая 38 лет. Можете ли вы меня слышать? Может ли она повторить? Аллилуйя! Ты теперь видишь? Ну, там, да. Ты видишь, да? Да. А как давно у него такое было? Там с 2 лет у нас. Носит очки, да, вон у него с собой. Вы знаете, дети не умеют обманывать. Дети не могут придумать. Бог не знает, как радовать проповедника. Дети говорят вещи, как есть. Дайте аплодисменты Господу за... Ваня, Господь, благослови его, Отец, во имя Иисуса. Проведение таких служений, где тысячи людей отдают свою жизнь Иисусу Христу, становится возможным благодаря жертвенности партнеров миссии «Христос для всех городов». Вы можете прямо сейчас стать частью этой команды, участвуя в Божьем деле своими финансами и молитвой. Для этого зайдите на сайт Церкви Победа или позвоните по телефону, который вы видите на вашем экране. И вы получите подробную информацию, как стать партнером международного служения «Христос для всех городов». Мы верим, что наше партнерство принесет много плода в Царствии Божьем.